По ее закону родитель, который запрещает ребенку интересоваться гомосексуализмом, просто лишается родительских прав. Это просто я хочу назвать открытый бунт против Бога и против человечества. И за этим стоит дух Антихриста, который действует против любого Божьего установления. Сам Антихрист будет гомосексуалистом, потому что написано, что женской любви не будет желать. Власть должна защищать добро, а не зло. Если не покаются люди от этого греха, помрут и попадут в ад. Это самый страшный суд, который будет в их жизни.